Древняя гробница фараона в центре города. В музее Алабино представлены более сотни уникальных образцов культуры Египта. Все эти вещи археологи нашли в гробнице царя почти 100 лет назад. Золотые колесницы, множество различных статуй и украшения. В экспозиции предметы неподлинные. Все это реплики древних артефактов, над которыми трудились десятки специалистов, профессиональные художники и реставраторы. Центральный предмет экспозиции – золотая погребальная маска Тутанхамона. Она покрывала голову и плечи царя. Египтяне верили, что такая маска обеспечит духу правителя вечную жизнь. В гробнице египетского царя хранилось больше 1000 разных предметов. Изготовлены они были преимущественно из золота и драгоценных камней. По меркам древних египтян, эта гробница была одной из самых скромных в долине царей. Тутанхамон правил Египтом недолго, он скончался в 19 лет. Но именно его гробница дала миру полное понимание о культуре древнего Египта, мировосприятии людей и представлениях о загробной жизни. Если бы не эта гробница, мы бы очень мало знали о том, что находилось в гробницах древних царей. Благодаря этому открытию мы увидели, что, собственно, входило. И набор предметов действительно завораживающий. Как вы увидите, множество статуэток, статуи, фигур, значение которых понятно только в комплексе. Познакомиться поближе с культурой древнего Египта самарцы могут в течение 2 месяцев. Выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона» в Самаре открыта до 2 февраля. Лариса Шлафаст, Николай Епифанов. События.